Так, ребят, всем привет. Решил рассказать, как я решил проблему с мешками для пылесоса. Вот у меня Керхер ВД2, работяга. Мощно как бы всасывает, все отлично собирает. С своими обязанностями сухой очистки первоначальной справляется отлично. Учитывая, что я взял его всего за 2000 в М-видео, там по акции, еще с какими-то бонусами, как бы, ну, вообще нормально. Но проблема с мешками меня немного доконала. Поначалу я первый раз купил мешки, 700 рублей составила цена, там было, по-моему, 6 или 7 штук. Быстро они все забиваются и, в общем, не вариант. Поэтому было принято решение. Сначала я обрезал в конце мешок и прищепками зажимал все это дело. Ну, такой многоразовый мешок получался, но мне тоже это не понравилось. В итоге я сделал вот так, как бы, говорю, наверное, Америку не открою для многих. Вот, но сейчас по-зимнему я одел два носка. Получается, на сам чехол, вот этот родной, еще одел вот такой тоненький носок уже. Вот тут район пятки видно, прошорканный. Синтетический носок и еще ХБшка сверху. Это, говорю, по-зимнему сейчас, так сказать. То есть, посмотрим, как тяга будет. Если что, один носок сниму. Вот такой вот у меня фильтр. Грубо говоря, забился пылесос, носок мы меняем, это все вытряхиваем по экспрессу, все быстро и четко получается. Потому что, говорю, бывают такие квартиры, где просто отодвигаешь диван, и вот этот мешочек маленький, керхеровский, он забивается чуть ли не за там две заявки, он просто полный, все, его надо вытряхать. Это неудобно, а так нормально. Но это будет все мараться, будет здесь грязь. Периодически буду проводить ТО, это все вымывать, вытирать, и все. Это будет лучше, чем отдавать 700 рублей за эти мешочки. При том, что сам пылесос стоит 2000. В общем, вот так я эту проблему для себя решил. Так что, ребят, это как вариант для тех, кто не знал. Думаю, Америку, опять же, я тут никому не открыл. Ну, все, как бы, ребят, рассказал, что хотел. Всем пока, удачи в работе.